Добрый день, меня зовут Рыжков Юрий Александрович, я являюсь руководителем регионального штаба Курского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Любой студент, который обучается в образовательной организации нашего региона, при этом обладает хотя бы минимальными качествами, такими как ответственность, желание работать и планировать свою деятельность на несколько шагов вперед. Студенты образовательных организаций нашего региона могут либо подать заявку электронно, направив на нашу почту регионального отделения, либо обратиться в штабы студенческих отрядов, которые у нас функционируют в трех вузах нашей области. Это Курский госуниверситет, Юго-Западный госуниверситет и Курская государственная сельхозакадемия. Для нашей организации, для членов студенческих отрядов нашей организации характерны некоторые отличительные знаки. Ну, в первую очередь, это парадная форма одежды бойца студенческого отряда «Бойцовка», на которой размещаются нашивки. По нашивкам члены организации могут определить статус, кто этот человек – боец, командир, комиссар и так дальше. Шеврон нашей организации, ну и, разумеется, значки, которые получаются либо по итогам отработанного трудового семестра, либо по итогам участия в том или ином мероприятии. Основной целью нашей организации является трудоустройство студентов в составе отрядов в свободное от учебы время, то есть в летний период, так называемый третий трудовой семестр. Ну и, безусловно, для достижения этой цели мы решаем ряд задач, таких как формирование отрядов, повышение их уровня развития, обучения и проведения различных мероприятий, направленных на то, чтобы отряды в сезон выезжали уже сплоченным, сформированным коллективом. Отряды работают по 5 направлениям. Это студенческие отряды проводников, студенческие педагогические отряды, строительные отряды, сервисные отряды и сельскохозяйственные отряды. Ну, из рабочих моментов, безусловно, по всем 5 направлениям мы планируем трудоустроить отряды в том количестве, в котором они будут сформированы. И 2 основных крупных трудовых проекта у нас на лето запланированы. Это окружной студенческий сельскохозяйственный отряд «Зоринский сад», где мы планируем собрать 400 человек из 10 регионов нашего Центрального федерального округа, и межрегиональная студенческая стройка «Мирный атом» на площадке строительства «Курская АЭС-2». Ну, вы знаете, наверное, я отвечу о том, что из последнего я прочел формат, ну, в последнее время формат электронный, то есть как-то живых книг не попадается. Но последнее мною прочитанное – это Евгений Замятин, «Мы» и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Пожелать студентам Курской области хочется в первую очередь верить в себя, ставить перед собой цели и достигать их, и самое что главное, не останавливаться на пути к той цели, которая была обозначена.